В понедельник во всем мире отметили Международный день защиты детей. В Кремле Владимир Путин вручил родителям многодетных семей ордена «Родительская слава». Орденом награждаются семьи, где воспитывается 7 и более детей. Ну а позже президент посетил научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рашаля. Об уникальном педиатрическом центре и людях, которые каждый день спасают детские жизни, Полина Ермолаева. Мы встанем на ноги. Мама знает точно. И Андрюша сам уже почти без помощи перебирается с массажной кушетки в кресло. В нем гоняет по коридорам, даже в прятки играет. А еще в середине мая лежал. Доктор Лиза тогда привезла Андрея из Донецка в Москву. Я так каждый день на коляске еще сижу и на велике, и на кролике. Ну так ничего не болит. Кроликом прозвали вертикализатор. С его помощью организм возвращают в привычное состояние. Андрей улыбается будущему, а в прошлом 2 сентября 2014-го. В их дом в родном городе Енакиево попал снаряд. Тяжелейшее ранение. Позвоночник иссечен осколками. Вторую операцию, когда сделали в Орловке, мне на руки дали их. Они у меня дома лежат. Сохранила их. 2 осколка. А еще осталось у него внутри много. В мягких тканях и 2 осколка в легком. Кто же мог ожидать, что дети, тем более маленькие дети, будут поступать с военных каких-то действий. Для нас, для всех это очень тяжело, поверьте. У нас проходило несколько детей вот с такими ранениями. Чужих детей или чужого горя здесь, в клинике у доктора Рашаля, не бывает. Наш Ваня, только так и называют, Ваню Воронова. Его с Донбасса привезли в январе. Снаряд попал во двор. Маленький брат и отчим погибли на месте. А Ваня один остался у мамы. Без ног и правой руки. Осколки задели глаза. Десятки сложнейших хирургических операций. И, наконец, подобраны протезы. Скоро выпишут. Я хочу, чтобы когда меня выписали, я хочу с своим дядей поехать на природу. Еще мечта – кадетский корпус. Президента России Ваня встречает в новенькой форме курсанта. Ванечка, привет. Это Владимир Владимирович. Извините, пожалуйста. Спасибо за все. Я из Луганска. О, из Луганска. Сломал. Сломал руку? Услышал взрыв. Ну сейчас ничего, нормально? Да. Ну, с вами все нормально. Сделали ножки. Это очень важно. Важно не то слово. Реабилитация вот едва ли не главное для клиники сегодня. Реабилитация начинается еще в реанимации. Мало качественно прооперировать сложнейшие черепно-мозговые травмы или переломы позвоночника. Нужно заново научить детей и говорить, и ходить, и стоять. Ноги пока не слушаются, но организм можно и обмануть. Нагрузка достаточная получается, аналогичная ходьбе, да? А это совсем уж космический локомат, стоит как Феррари. Но чего стоит широченная улыбка Вадика, который в эту минуту едва ли не впервые в жизни идет и чувствует себя супергероем, говорит, я как трансформер. Робот умеет ходить лучше, чем мы с вами. По магнитам, которые пациенты оставляют на корпусе аппарата, географию России можно изучать. Хотя формально клиника московская. Но сюда со всей страны летят самолеты и едут поезда. Лечат всех, потому что знают, регионам такого оснащения. И главное, таких рук не хватает катастрофически. Доктор Рашаль при поддержке медицинского сообщества предлагает президенту вернуть распределение. Вы должны знать, дефицит педиатров есть. Есть районы, да, в областях, где нет ни одного педиатра. Да. Ситуация изменится, Владимир Владимирович, 17-го года. Это проблема. Там, к сожалению, есть населенные пункты, где нет ни одного врача. Да. А есть населенные пункты, жители которых даже не знают, к каким медицинским учреждениям они прикреплены вообще. Я после окончания института был распределен в участок. Бегал с чемоданчиком. И что? Я благодарен этому времени. Те, кто за госсчет учится, они, это, по сути, как бы госзаказ. Поэтому в целом такой подход имеет право на существование. Но здесь хотелось бы, чтобы спешить нельзя, но чтобы посмотреть на проблему со всех сторон. Когда день защиты детей, каждый день Владимир Путин говорит врачам спасибо. Подобного института неотложной детской хирургии и травматологии нет нигде на планете. Экстренная помощь и высочайшая квалификация врачей здесь первыми еще в СССР стали удалять воспаленный аппендикс лапароскопически, то есть через небольшие проколы. А сейчас действует единственная в мире мобильная бригада детских хирургов. Недавно вернулись из Непала, где оперировали 3 недели, даже когда земля уходила из-под ног.
Я не знаю точно, сколько времени это происходило. Нам показалось, что от 2 до 3 минут, и причем с нарастающей силой тряслось все здание полностью. А как можно остановиться? Если 7-летний мальчик был у нас, например, мы его оперировали в это время, он был под наркозом. 80 тысяч обращений ежегодно. Это уже будни института. Сегодня хороший день, говорят врачи. Это когда скорая помощь подъезжает раз 20-30. Обычно все 100. К приему пациентов готовы ежесекундно. 15 коек в отделении реанимации, и как минимум одна всегда должна оставаться пустой. Потому что сюда самых тяжелых малышей поднимают прямо из приемного покоя. Это Данила, горнолыжник, с азартом настоящего спортсмена, крутит педали велосипеда. Это для выздоровления. Когда его привезли в клинику после столкновения с деревом на склоне, он не двигался и не разговаривал. А теперь все отделение пытается научить изъясняться на своем любимом китайском. Буквально вот на глазах последние 5 дней он от шевеления губами теперь уже перешел к осмысленной речи. Восстанавливается память. Мы довольны. Мы просто всем готовы сказать, что наши врачи самые лучшие в мире, и здесь творятся чудеса. Полина Ермолаева, Антон Косимович, Вадим Клеванов и Светлана Спирина. Вести недели.